Ежегодно на площадке фестиваля собираются самые яркие, амбициозные молодые люди, увлеченные народным искусством. В этот раз конкурсантам нужно было продемонстрировать вокальные навыки, мастерство изготовления изделий из бересты, керамики и не только. Например, курянин Алексей Кирсанов представил на суд жюри свою коллекцию в технике кружевоплетения. Необычным и редким хобби молодой человек занимается больше 3 лет. Лично для меня в кружеве самое сложное – это насновки, это такие крушеные лепесточки. Там надо очень правильно держать натяжение нити, чтобы она была красивая. Если вот чуть дернешься, то она уже скривится, надо будет делать заново. На фестивале наш земляк занял 1-е место под номинацией «Художественный текстиль».